Вечер четверга. Перекресток проспекта Правды и спуска Пассионарии. По данным облгаи, 32-летняя водитель Ниссана двигалась со стороны площади Свободы в направлении улицы Клочковской и по неизвестным причинам допустила столкновение с ВАЗ-2101, который двигался навстречу в направлении улицы Анри Барбюса под управлением 41-летнего мужчины. Водителя ВАЗа с различными травмами госпитализировали. И в тот же вечер в районе перекрестка улиц Мироносецкой и Гончара 22-летний водитель автомобиля «Черри» по невыясненным пока причинам влетел в «Инфинити» под управлением 37-летнего мужчины. В результате столкновения пострадала пассажирка «Черри». Она была госпитализирована. За минулу добу на территории міста Харкова було скоєно дві дорожньо-транспортні пригоди. В кожній пригоді по одному постраждалому. Щодо обставин причин вони з'ясовані будуть після повністю оформлення дорожньо-транспортних пригод та, можливо, навіть призначення додаткових автотехнічних експертиз. В першому і в другому випадку зіткнення двох транспортних засобів. Постраждали, як я сказав, уже по одному учаснику, травми легкі. Днем ранее на проспекте Ленина столкнулись автомобили Рено и Фольксваген, в результате чего пострадали три человека. Легковой автомобиль Рено под управлением 25-летнего водителя двигался со стороны улицы Атакара Ярыша в направлении 23 августа. Выехал на встречную полосу и ударил Фольксваген. В аварии оба водителя и 22-летняя пассажирка Рено получили ушибы. Инна Степанишина, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».